Так, ребят, всем привет! Сегодня я хочу показать вам, что такое опросы ВКонтакте и как сделать отложенную публикацию. Оказывается, не все еще это знают. Это можно делать как с вашей личной страницы, так и с группы. Но раз мы будем делать в группе, я покажу на примере именно группы. Ага, так, находим нужную нам группу, вот она, да? Заходим в нее. Итак, выбираем добавить запись. Вы хотите что-то написать, например, там, доброе утро, да? Доброе утро. Обязательно доброе. Затем прикрепляете, например, какую-то фотографию, но я думаю, это все умеют, да? Ну, любую фотографию, например, вашу. Я просто показываю, я это публиковать не буду. А затем, например, создаете опрос, что вы хотите написать. Ну, поскольку, допустим, я буду публиковаться делать понедельник. Понедельник тяжелый день для вас, понедельник, да? Мы делаем опросом, да, выбираем вот здесь, где вкладочка еще опрос. Опросы появились у нас сейчас вот такие красочные, вот это стандарт, ну это обычный, это вот новые форматы. Ну, выберем, например, такой оранжевый. Вот. Тяжелый ли день понедельник, например, вариант ответа да, нет. Ну и можно любой другой, например, свой вариант. Можно сделать вопрос анонимно, выбрать несколько вариантов или ограничить время голосования. Ну, здесь мы несколько вариантов не будем делать, потому что здесь как бы либо да, либо нет, да? Что такое отложенная публикация? Мы опять заходим во вкладку «Еще» и делаем таймер. Таймер вы устанавливаете на любое число. Сегодня у нас 1 июля 2018. Мы устанавливаем, например, я хочу сделать публикацию в понедельник, 2 июля. Или я вообще хочу сделать через там, 30 июля. На любое число, да. И устанавливаете время. Время я рекомендую устанавливать для группы 18.00. Ну, это время, когда, наверное, уже люди более-менее освобождаются с работы и заходят в контакт. Или они уже дома сидят за компьютером, или они едут домой и в телефоне сидят в контакте. И вставите в очередь. Все. Когда вы поставите в очередь, у вас появится запись отложенной публикации. Вы в любой момент можете зайти и опубликовать ее прямо сейчас. Это будет конкурс. Хорошо. Я это все убираю и закрываю. Надеюсь, все было понятно. Будут вопросы, задавайте.